Доброе утро, уважаемые мои подписчики и зрители канала. Кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на канал, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий, которые происходят на канале. Напишите комментарий, развернутый от трех слов, и поставьте лайк к видео. Приятного всем просмотра. Друзья, кто желает помочь материально каналу, все ссылочки в описании, донат Alerts, PayPal, Сбербанк, а также вы можете стать спонсором канала, что вас ни к чему не обязывает. Не думайте, что это какая-то кабала. Зайдите, нажмите кнопочку «Спонсировать канал» и прочитайте внимательно. Таким образом вы можете помочь каналу для дальнейшего его движения и помощи нашим бомжикам, за которыми мы присматриваем, которым мы помогаем, пытаемся их выдернуть со дна. Смотрим видос, приятного просмотра, хорошего всем четверга. Доброго всем времени суток на новой работе. Такой вот цех, нормально, освещение, просторно. И вот он мой второй заказ. Пока сегодня первый день, разбираю один угловой диван большой. Спальный разобрал. Теперь вот такой вот кухонный уголочек. Тоже разбираю пока. Ну так, в принципе, все есть. Для работы все есть. Просторно, тепло. Мозг особо никто не выносит, что, в принципе, и радует. Так, вот они. Вот она, старая ткань. С моего первого татая. Вот он, сам диван. Тут, видите, мыши съели. Собачки, кошечки, наши друзья. Большой диван, вот он. Раскатывается, короче, вперед. Аккордеон называется. Ну, это вот детали от него. Старую ткань снял. Вот сколько металлолома наковырял. Так, для информации. Это еще очень мало. Это самый. Тут в основном чехлы. Чехлы на липучках. Вот к этому матрасу толстенному приклеивается чехол на липучке. Если прибивается ткань скобы, вот это ковырять задолбаешься. Ну все. А так работа. Непочатый край. Горы. Горы работы. И то ли еще будет. Что, в принципе, радует. По ценам сегодня там вечером подойдет начальники. По ценам более-менее определюсь, сколько это стоит. Ну, в принципе, вот этот диван, вот то, что я взял, угловой диванчик, это, в принципе, работы около 3 дней. То есть это не меньше десятки, лучше 12,5. Чтобы за 6 дней получалось 25. Примерно вот такие стандарты у меня. Привет, мои дорогие подписчики, гости канала. Подпишитесь, пожалуйста, на канал ТВ Маэстро и подпишитесь на канал Братское Сердце. Сегодня я на Савеловской после первого трудового дня на мебельной фабрике. Значит, движ у нас какой. Переслали подписчицы деньги для синего. Но купить я ничего не успеваю. По ценам, которые приемлемы. Вот. Сейчас вечером все дорого. Ну, кто не понимает, я скажу. То, что сейчас сигареты, блок сигарет меньше 1000 рублей. Не купишь, наверное, даже уже и за 1000 не купишь.
Днем его можно купить за 500 рублей, за 430 рублей. Вот это для информации. Почему так? Поэтому я ему куплю пачку сигарет. Вот, и остальное отнесу деньгами. Завтра он там кого-нибудь попросит. Соседку, знакомую, еще кого-то там. Вот, кто-нибудь сходит ему за сигаретами, за продуктами. Ничего больше брать не буду. Времени катастрофически не хватает. Видел маску там на кругах, на круглых лапках. Ну, сидит такая, грустная. Никого, видимо, нету. Сейчас дойду до синего, бегом. И обратно посмотрю тут, кто чем занимается. Ребята, всего приятного просмотра. Еще раз напоминаю, подпишитесь на канал. Так, посмотрим, чем этот брат-акробат занимается. Как эта лампочка работает, непонятно. Это как? Все злые? Ну что я не хожу, что вот там женщина три дня лежала, три месяца лежала. И встала на ноги. И я бы встала на ноги, если было бы здоровье. А так за купоркой приехал на велосипеде. Кто на велосипеде куда приехал? Так, это лавандосы. Лавандосы. Еще я купил пачку сигарет. И этот. Корвалол, блин. Кирвалок. Я это я в целом там валерьянка тоже сюда возьму. Даю, она не кирвалок покупает, а валерьянку. Она мне не помогает. Как у тебя с работой? Нормально, сегодня первый день. Ага. Нормально уже. Ремонт тоже делаешь? Ремонт, все по чуть-чуть, потихоньку. Да? Ничего не успеваю, блядь. Я думаю, я к 8 сюда приеду, видишь, время уже. Да, уже 9. Устаешь? Там зарплата хоть на работе это какая-то будет или не будет давать? Будешь ждать годами? Да нет, там раз в 2 недели, но я разговаривал, что раз в неделю. Ленка тоже так работает, она каждую неделю получает деньги. На этой неделе, что, сегодня среда? Да. На этой неделе не буду я там кипишовать. На следующей. Mm-hmm. Пусть там подкопится. Там на районе все? Там где живешь? Нет. Где ездишь? На этой, на зеленой ветке. Царицына, короче. Кантемировская. Да. Едешь, или с переходом. С переходами. Я ехала от Динамо на Кантемировскую. От Динамо. Тут автобусом, метро, там автобус. Саша, так много нам. Ну, это 1000 Лена перевела, и там вот эта Лена переводила. Долгопрудинск. А? Долгопрудного, да. Ну, сигарет купил и корвалол, это осталось. Ну, мне так и неизвестен, да?
Не знаю, я, блядь, что-то куда-то хуй его знает, куда я их подевал. Посмотрю тогда. Я вообще сегодня в телефоне оставил его на столе. Короче, не лазил нифига. А со скольки начинаешь? С 8 или с 9? С 10. С 10? Нормально. С 10 до 7. Адеквата, конечно, но что делать? Ну да. Хорошего не ждет. Ну, вроде нормально так, по это, по расценкам. Может, ты это... Что-то другое найдешь, квартиру, ты там оплачивал. Уже оплачено, уже все там. Корни пустил. Да. Мебель завез, да? А? Мебель завез. Мебель завез. Холодно. Все там есть. Как и ремонт. А? И ремонт, и мебель как. А что там ремонт? Передвинул, блядь, от стены клей обои. Я еще в комнате поклеенный, надо потолок поклеить там еще. Не решил еще, короче. Так, порядок навел. Пока все. Так, ну, Сашка проверили, ребят. Пока посидел туда-сюда, все расспросил. И время нахуй. Около 10. Не знаю, куда успею. Там такая информация прошла. Подписчик мне написал в WhatsApp. Пропала куда-то. Это Оля с Новослободки. Куртка ее валяется. Эти подушки, одеялки валяются. Ее нету. Не то она ушла куда-то в другое место пьянствовать. Не то куда-нибудь, может, на квартиру заскочила. Не то там какая-то беда случилась. Ну, сейчас по обстоятельствам. Еще один подписчик мне писал вчера в WhatsApp, должны были сегодня встретиться. Ну, что-то он недоступен, номер его. Вот, сейчас дойду до метро. Будет уже 10 вечера. Пока лидарасы там сочиняют всякие сказки, мы работаем. За что вам огромное спасибо, ребята, за поддержку. Потихоньку, не спеша, что можем, делаем. Это не шутки и не сказки, в отличие от лидерских каналов. Хоть что-то, но мы сегодня сделали, передали деньги. Елена Александрова, огромное вам спасибо за донат, за денежки для синего. И огромное спасибо тоже Елена, не помню никнейм ваш, из Долгопрудного, девушка. Тоже вам огромное спасибо, передал я денежки, купил сигарет, корвалол, остальное ничего не успевал. Короче, отдал деньгами. Завтра вроде там соседка на примирение пошла, так скажем, на разговор с ними. Может быть, завтра они дадут денег соседке, та купит сигарет побольше уже, что-нибудь из продуктов. Вроде там родственники приезжали, но ни хрена не привезли толком. Вот, катастрофически некогда. 10, еще минут 40 домой ехать. И до метро пиздовать 20 минут. Все, смотрим ролик дальше. Не знаю, что сейчас еще сниму. Говорил, не говорил, Маньку видел на этом, на лавке там сидела. Вот. Сейчас подойду. Так, поздороваться. С собой у меня ничего нет. Но новости я сообщу. Там, значит, Надюшка, наша подписчица, купила ей чемодан на колесиках. Купила вещей там ей. Вот, привезет продуктов, но это будет только в субботу, воскресенье. Сегодня, напомню, среда. Первый мой рабочий день на мебели. Ну, нормально, 3 заказа взял, 3 заказа разобрал. Что завтра будет, пошьют там, не пошьют швеи.
Все надо шить, короче. Все зависит от швей. Если не пошьют, значит еще один заказ буду брать в разбор. Все, погнали дальше. Уважаемые зрители, не смогу я поехать, значит, на Слободку сейчас. Позвонил я белому Ксюхе. Вот. Вроде там вчера вызывали этой Оле скорую. Вот. Будем надеяться, что ее забрали в больницу. Но сегодня там приехали волонтеры, студенты. Они по средам приезжают, подкармливают ребят. Чай привозят, там бутерброды в этих контейнерах, там какую-то еду. Вот. И Белый с Ксюхой, значит, сходят туда. Попозже я им позвоню, поинтересуюсь. Ну и поеду завтра. А тут вот что-то скорая стоит. Интересно. На Савеловской. Тоже ходят. Машулька, Маша, для тебя новости хорошие. Помнишь, приезжала такого низкого росточка Надя? Надя. Надя тебе купила саквояж на колесиках, блин, чемодан. А, я тебе наговорила, да? Да, там шмоточек, продуктов, но она сможет приехать только в субботу или воскресенье. В эту? Да. Она мне позвонит, и мы вдвоем приедем к тебе. Ну, я здесь. Да. А это, кого наших видела? Юрку Трясогузку, Димку Беззубова, не? Нет. Никого? Славика не видала? Они куда-то, они там на 9 пошли, вот, на 6. Вы маленько пьяны или вы уверены? Не надо все говорить об этом. Эти люди я очень хорошо знаю, не надо говорить. Я тебя тоже знаю. Они как-то в среду приходят, нас кормят. Это раз. Я и хочу одного. А, это Аслан здесь с Бульбашом? Они Спать. Вот такой вот вечерочек у нас, уважаемые зрители. Значит, там сегодня, здесь тоже на Савеловской, студенты-волонтеры принесли там Маше покушать, слава богу, сыты. Остальное сами найдут. Аслан с Бульбашом спать пошли, нет у меня катастрофически время. Значит, сходить к ним в гости завтра. Теперь времени стало меньше, поэтому по очереди будем посещать ребят. Что, где, кто. Ну, с Асланом мы на связи. Телефон у него пока что, слава богу, есть. Машка трезвая, как ни странно, слава богу. Славик мне звонил сегодня по одноклассникам через сайт Одноклассники. Вот. Вроде бы привезли ему там документы. Теперь ММ освободится к концу недели. Вроде бы приедет, заберет его на работу. Если Слава куда-нибудь, конечно, не заморочится за это время. Трясогузки нету, наверное, на хате. Там зависают у Якубовича Беззубы и Бульбаш. Сашка старый. Вот такие вот новости. Значит, пытался я попросить этих волонтеров, они имеют связь между собой. Вот. Но сегодня на Новослободке там какие-то новенькие две девочки, поэтому они не в курсе событий. И не смогли мы им позвонить, хотя бы поинтересоваться, там это Оля или не там, или у кого-то спросить, кто там присутствует на это. На ужине званном. Ну, не получилось. Ладно. Зато мы едем сейчас к подписчику. Он там нам приготовил для канала немножко оборудования какого-то. Сейчас посмотрим, что он нам подгонит. Не на совсем во временное пользование. Но тоже приятно. Все, едем. Уважаемые зрители. Все, я дома. Вот, значит, три тютюшечка мне с
Соседка практически постирала все вещи. Машинки у меня пока нет. Все тут у меня чистенько. И съездил еще к одному подписчику. Вот такой вот подгон мой. Вот он. Вот такой вот подгон для канала. Сейчас будем включать, пробовать, насколько он хорошо работает. А это вот договор. Трудовой договор. По трудовому договору я первый раз в жизни, блять, работаю. Не буду показывать выше, а то лидер уже смотрит, переписывает, блять. Ручку схватил. Урод ебаный. Все, ребята. Всем спасибо. Насчет Ольги буду узнавать, что там с ней. Блин, опять беда, огорчение. Аслан звонит, нет у него зарядок этих, провода нет. Он мне вчера говорил, нифига не напомнил. Нифига не напомнил, и я забыл. Забыл про то, что ему надо привезти зарядку. Ну, значит, так нужна была, если не напомню. О нашей встрече что там говорить? Я жду ее, как жду стихийных бедствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь подобных последствий. Но мы с тобою сразу стали жить. Я каждый день старался сделать ночью брачной за тебя. Под поезд прыгал я, но, слава богу, не совсем удачно. Из-за тебя под поезд прыгал я, но, слава богу, не совсем удачно. А если б ты ждала меня в тот год, когда меня упрятали на дачу, я для тебя украл весь небосвод и две звезды кремлевские придачу. Я для тебя украл весь небосвод и две звезды кремлевские придачу. Я вас любил, последний буду гад. Не ври, не бей, и я прощу измену и подарю тебе большой театр и малую кремлевскую арену. И подарю тебе большой театр и малую кремлевскую арену. А вот теперь я к встрече не готов. Боюсь тебя, боюсь ночей темных, как жители японских городов боятся повторения Хиросимы. Городу боятся повторения России. Подпишитесь на канал ТВ Маэстро в Ютьюбе. Далеко, далеко, далеко журавли улетели, опустили поля, среди ночи бушуют метели. И летит журавлям, и летит журавлям, нет уж мочи. И присели они на поляне в лесу среди ночи. А на утро они все на юг полетели далеко. Лишь остался один на поляне бродить одиноко. И кричал он им вслед: помогите, пожалуйста, братцы, больше моченьки нет, нету сил от земли оторваться. И присели они, помогая устать.
нашим братцам. Помогли ему встать, помогли ему в небо подняться. И опять понеслась журавли быстро крылая стая. Журавленка с собой уносила все ввысь улетая. Так и в жизни порой, коль от стая добился крылатая. Доказать мы должны, что у жизни законы все святы. А злодейка судьба продолжает шутить и смеяться. Упадешь в грязь лицом, и никто не поможет подняться. А злодейка судьба продолжает шутить и смеяться. Все друзья отойдут, и никто не поможет подняться. Подпишитесь на канал ТВ Маэстро YouTube. Друзья, подпишитесь на YouTube канал ТВ Маэстро. Призрачно все в этом мире бушующем, и есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Счастье дано повстречать или беду еще. Счастье дано для седых пирамид. Пишите комментарии, поставьте лайк и переходите на канал YouTube ТВ Маэстро.